Всем привет, продолжаем путешествие наше. Маленький вот, сегодня хочу вам показать знаменитую скульптуру под названием «Нет насилия». Памятник такой, Стокгольм, Швеция. Шведский скульптор Карл Фредерик Реутсвард создал эту скульптуру. По всему миру порядка 16 копий. Эти копии есть в Берлине, Кейптауне, Люксембурге, Пекине, Нью-Йорке, у здания штаб-квартиры ООН. Что надо сказать? Первый вариант был в городе Мальмё в Швеции, потом Бурве, Гетеборге, Табу. Что еще? Ну, надо сказать еще, этот вот памятник «Нет насилию» стал официальным символом благотворительной организации с таким же названием, который занимается проектами по поддержке социальных перемен и борьбу с насилием. Представляет собой кольт, ствол которого завязан в узел. Ну, то есть стрелять нельзя. Вот примерно такое описание. Действительно интересная скульптура. Я думаю, что если вы будете в Стокгольме, вы не пройдете мимо, обязательно увидите. Интересно, действительно, очень интересная такая скульптура, такой памятник. Вот я тоже там как-то бываю, частенько прохожу, и вот только сейчас решил просто взять все это, снять, сделать видео. Ну вот, собственно говоря, и все. Будете в Стокгольме, зайдите, посмотрите. Очень интересно. Все, всем пока, всем привет, до свидания.